Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня, хотя и праздничный день называется, но он очень грустный, ибо сегодня совершилось страшное событие. Величайшим из пророков Иоанну Крестителю была освящена глава царем Иродом. Об этом подробно повествуется в Евангелии. Это событие случилось в 1932 году. И поэтому сегодня Святая Церковь объявляет строгий пост. Сегодня строгий пост, помните об этом, хотя день не праздничный, но такой торжественно грустный. В связи с этим днем сегодня установлен по решению Священного Синода День Трезвости. Святейший патриарх Московский Сиак Кирилл обращается к нам своим посланием, которое я сейчас зачитаю. Возлюбленный Господь, Преосвященный Архипастыре, Всечестные Отцы, дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно чтим славное усекновение предтечи, пострадавшего за истину, радуясь, ибо даже перед лицом жестокой смерти животворящая благодать Божия наполняет немощный человеческий сосуд духовным весельем. Святитель Иоанн Златоуст говорит: честь мученику, подражание мученику. Поэтому Церковь призывает нас ныне в строгом посте совершить память Христова Крестителя, который никогда не пил вина из секера и пострадал от охмелевшего на перу царя Ирода. И случайно именно в этот праздник Священный Синод нашей Церкви установил День Трезвости, дабы в очередной раз напомнить о пагубности злоупотребления алкоголем и призвать людей не упиваться вином, от которого бывает распутство, но исполняться духом, назидая самих себя псалмами, славословлениями и песни духовные, поя и воспевая в сердцах наших Господу. Однако всякий христианин обязан не только трудиться над своей душой, но и проявлять заботу о ближних, наипаче же о немощных. Опыт церковной работы с зависимыми показывает, что когда такие люди приходят со своей бедой в храм и встречают там доброе, чуткое отношение, то Богу содействующие у них появляется желание и силы бороться со страстью. Посему призываю всех вас, дорогие братья и сестры, оказывать внимание и поддержку тем, кого Господь посылает нам на жизненном пути, особенно же тем, кто страждет винопитием или другими недугами. Молитвенно честного славного пророка, предтечи Крестителя Иоанна, да укрепит нас всех Христов в шествии стезей спасения, дарует мир, подлинную радость и свою помощь в стяжании добродетели трезвения. Кирилл, патриарх Московский, вся Руси. Всех причастников и причастников поздравляю с принятием святых Христовых тайн. Сегодня всеношное бдение, завтра чтится память двух московских святителей, Даниила Московского и Александра Невского. Поэтому одна божественная литургия в 8:40 утра. Храни вас, Господь.